Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. В 2018 год объявлен годом развития малых сел и поселений. Глава Тувышелбанк Раул в своем послании Верховному Хуралу отметил, что среди основных приоритетов 2018 года нужно сделать акцент на развитии малых сел. Так, на сегодня в республике насчитывается более 60 сел, в которых живет менее 1000 человек. Из них в 14 менее 500, в 8 менее 250 жителей. Кроме того, на настоящий момент в 33 селах нет водоснабжения, в самых малочисленных нет мобильной связи, в 7 селах действует только таксофон. При таком низком качестве инфраструктуры жизнь в малых селах трудно назвать комфортной. За последние 6 лет малые села покинули более 300 человек. Так глава Тувы поручил правительству республики создать проектный офис и сформировать проект. Он будет называться «Село, в котором я живу». Проект планируется рассчитать как минимум на 5 лет. Для начала нужно провести анализ, выявить проблемы и их причины, найти тонкие места, на народных сходах провести откровенный разговор. Как предполагает проектный подход, нужно зафиксировать стартовые условия по основным параметрам, среди которых базовые экономические показатели села, демография, миграция, здоровье и качество образования. В Туве боевое братство отмечает свое 20-летие со дня образования. К слову, Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» создана на объединительном съезде 26 декабря 1997 года людьми, которых связывала общая военная судьба, боевое прошлое и настоящее. Официальная часть мероприятия, приуроченного к 20-летнему юбилею организации, началась с возложения цветов к памятнику живым и павшим в локальных войнах и боевых конфликтах. Не зря нас называют «Боевое братство» десантников, морпехов, погранцов. Уважаемые участники митинга, сегодня мы собрались, чтобы отметить 20-летие Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Церемонию возложения венков открыл помощник военного комиссара Тувы Александр Алексеев. Далее всех членов организации и их семей со знаменательной датой от имени главы Тувы поздравил заместитель председателя правительства республики Анатолий Домбахурок. Здесь в основном собрались представители мужской части нашей республики, нашей страны. Именно вы 20 лет назад создавали на территории республики региональное отделение боевого братства. Хотел бы сказать, что одним из лидеров создания боевого братства 20 лет назад здесь был и Шабланович Караул. Боевое братство – одно из самых крупных ветеранских объединений в России, которое сумело собрать воинов-интернационалистов, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, вооруженных сил и правоохранительных органов. У нас в республике на сегодняшний день состоит 420 человек. В основном это участники боевых действий, не только участники боевых действий. Я уже говорил о том, что те, которые поддерживают граждане, даже не принимающие самоучастие в боевых действиях, вот они им тоже имеют право, согласно уставу нашей организации, вступить в наши ряды и совместно с нами проводить работу в дальнейшем по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. На сегодня главной задачей организации является патриотическое воспитание подрастающего поколения. По словам председателя Ассоциации военно-патриотической организации Юрия Караула, школьники должны знать героев и их подвиги. Это обязательно, обязательно. Если есть такая поговорка тувинская, не знаешь историю, будешь заблуждаться, не знаешь своих родственников, будешь голодать. Поэтому все должны знать свою историю, чтобы эта история дала им дух в трудовых сверзениях и воинских доблестях, и вообще по жизни. Надо знать свой род, надо знать истоки свои. Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением венков. Вторая часть праздничных мероприятий прошла в Национальном музее Тувы. Всех членов организации поздравили со знаменательной датой Хакасское отделение боевого братства. Поздравляю вас с праздником, нашим праздником, днем образования ветеранского общества нашего, всех ветеранов локальных войн. Мы являемся, наверное, преемниками
тех ветеранов, которые уходят, к сожалению, от нас. Это ветераны Великой Отечественной войны. Желаю вам всем здоровья, удачи, успехов семьям вашим, благ всех. В ходе мероприятия почетными грамотами от Верховного Хурала за активное участие в общественной жизни, помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, были награждены Адыгжи Салчак, Сергей Сырглар, Милан Дагбы и многие другие. Кроме того, нагрудными медалями были удостоены Леонид Караул, Максим Мангуш, Юрий Караул, и медалью за активную работу в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения была награждена заместитель министра образования и науки Тувы Светлана Общепкова. Отметим, что более масштабные мероприятия в честь 20-летнего юбилея боевого братства пройдут в конце декабря в Москве. Помощник президента Татарстана Наталья Фишман поделилась опытом благоустройства общественных пространств с руководителями муниципалитетов Тувы. Накануне в Туву прибыла помощник президента Республики Татарстан по вопросам благоустройства, архитектуры, ландшафтного дизайна Наталья Фишман. Ее визит в республику организован в рамках сотрудничества двух регионов. Фишман является одним из главных пропагандистов в Татарстане стратегии благоустройства, создания новых скверов и парков, обустройства набережных. В рамках рабочего визита гостья уже осмотрела молодежный сквер города Кызыла, где уже в эти выходные Департамент по культуре и искусству мэрии Кызыла начнет проводить предновогодние праздничные мероприятия для детворы. Кроме того, сегодня она посетила выставку проектов общественных и дворовых территорий, которые муниципалитеты республики планируют благоустроить к 2018 году, развернутую в фойе Дома народного творчества. Там же она выступила с лекцией для представителей муниципалитетов, бизнес-сообществ, управляющих компаний и ТСЖ. Кроме того, эксперт Минстроя России поделился опытом с архитекторами, проектировщиками, представителями строительных организаций республики во время встречи, которая пройдет в Центре развития тувинской традиционной культуры и ремесел с 12 до 13 часов. После посетит благоустроенную зону лабораторного комплекса и бассейна ТВГУ. Там же она пообщается со студентами и преподавателями профильных факультетов Тувинского государственного университета, среднеспециальных учебных заведений Кызыла. В День Конституции России в музее Министерства внутренних дел Тувы прошло торжественное принятие присяги молодыми сотрудниками ведомства. Присягу у новоиспеченных полицейских принимали временно исполняющие обязанности министра Вячеслав Макаров и главный федеральный инспектор республики Александр Вавилихин. Присяга – это особый ритуал, духовно объединяющий многие поколения защитников Отечества. Одна из старейших и лучших воинских традиций, которая принято российской полицией. Стоит отметить, что присяга является эффективным средством формирования патриотизма у сотрудников полиции, вдохновляет на добросовестное исполнение служебных обязанностей. Так, давая клятву верности служения закону, молодые полицейские еще раз обязались служить на благо нашей республики. Быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью, достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности. Со знаменательным событием собравшихся также поздравила и председатель общественного совета ведомства Тувы Нана Шенгина. Сегодня особый день у тех, кто принял присягу, и мы надеемся, что в этот день послужит отправной точкой, когда они будут верой и правдой служить своему государству, служить каждому гражданину, который обратится к нему за помощью. В завершении мероприятия новоиспеченным полицейским были вручены подарки с символикой ведомства. Не менее 40 регионов с лучшими социально-экономическими показателями получат дополнительные деньги из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев. Регионам, достигшим наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий, представляются межбюджетные трансферты. В этом году количество поощряемых субъектов увеличено с 20 до 40. Установлено также, что размер межбюджетного трансферта определяется с учетом численности населения и индекса бюджетных расходов региона. Всего между регионами будет распределено 20 миллиардов рублей. В тройке лидеров – Республика Саха, Республика Татарстан и Московская область. Тува занимает последнюю, 40-ю строчку в списке. Республике выделят 50 миллионов 541 тысячу 800 рублей.
И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 23 копейки, евро 69 рублей 80 копеек. Одевайся тепло, выгляди стильно. В магазине «Классика мода» представлена мужская, женская и детская коллекция верхней одежды. Пуховики и куртки различных моделей, горнолыжные костюмы. Каждый найдет здесь что-то свое. Торговый центр 5 звезд, первый этаж. Магазин «Оптика». Огромный выбор очков, оправ, контактных линз, антифар, а также средств по уходу за очками и линзами. Прием оптометриста. «Оптика». Смотри на мир ярче. Кочетова, 30, Дом профсоюза. 605-27. Поможем использовать материнский капитал на покупку и строительство жилья. 8-800-775-12-72. Для суровых зим суровые покупки. Даем стране угля и зимний противоморозный бетон. Участвуй в розыгрыше ценных призов. Подробности розыгрыша узнавайте по телефону 983-190-0006. Региональным следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по обвинению 46-летней жительницы села Дерзикаксы Кахемского района в совершении преступления, предусмотренного по части мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. В ходе расследования уголовного дела выявлено, что обвиняемая похитила денежные средства несовершеннолетнего опекаемого на основании письменных решений, выданных специалистам местного органа опеки и попечительства в нарушении регламентированного действующим законодательством и ведомственным приказом порядка выдачи денежных средств со счетов несовершеннолетних граждан. Материалы в отношении специалиста органа опеки и попечительства выделены в отдельное производство. По версии следствия, постановлением Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва несовершеннолетний мальчик-сирота был устроен в приемную семью с проживанием в приемной семье обвиняемой, которая осуществляла свою деятельность на возмездной основе. Следствием установлено, что в период с февраля 2013 года по сентябрь 2016 года обвиняемая, воспользовавшись возникшими доверительными отношениями, похитила со сберегательного счета, принадлежащего несовершеннолетнему потерпевшему, денежные средства на сумму свыше 500 тысяч рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по собственному усмотрению, чем причинила материальный ущерб несовершеннолетнему потерпевшему в значительном размере. Меховые выставки основательно подготовились к Новому году. Новое поступление шуб отличается широким разнообразием меха. Среди тысячи моделей можно найти не только норку и лису, но и более редкие модели из мутона, астрагана и нутрии. Конечно, удлиненные стильные модели с капюшоном интересуют посетителей больше остальных. Поэтому, если вы задумались о покупке, лучше ее совершить в первые дни выставки. Укороченные модели «Автоледи» – практичная городская классика. Аналогичная модель, но с удлиненными рукавами, представлена дизайнерами из лисьего меха. В отличие от норки, он особенно популярен на западе страны. Капюшон – это в первую очередь удобство, которое спасает от холодного ветра и снега. А еще это дополнительные расходы на шкурки, а значит и более высокая цена конечного изделия. Альтернативное решение – покупка шапки, которую также можно приобрести на выставке. Выгодный вариант – оплата наличными. Для таких покупателей предусмотрена скидка 10%. Также для удобства покупателей на все изделия предусмотрена рассрочка до 2 лет. Выставка кировской меховой компании «Белка» работает в городе Кызыле в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина с 14 по 24 декабря с 10 до 19 часов. Тренер Чимзырай Олег Мангушевич приглашает детей для занятия кроссфитом. Это одна из наиболее популярных методик физического развития детей. Все подробности далее. Кроссфит состоит из акробатических, аэробных и игровых упражнений, которые помогают деткам развить с детства ловкость, гибкость, силу, выносливость, скорость и лидерские качества. Поэтому приводите детей к Чимзырай Олегу Мангушевичу по адресу Ленина, 60. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность, днем небольшой снег. Ночью минус 26, минус 28 градусов, днем минус 19, минус 21 градус.